ведется работа, в том числе во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего официального визита президента Путина в Пхеньян. Это был весьма насыщенный, содержательный и результативный режим. И сейчас, собственно, две стороны занимаются реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты. Поездка нашей упомянутой вами делегации как раз и осуществляется в соответствии с теми договоренностями.